Всем привет! Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на критику болельщика в Твиттере. «Женя, опять кушаем?» – поинтересовался у Медведева пользователь под фото, на котором она запечатлела за обеденным столом. «Мне теперь совсем не есть нечего. Проходили. Ничего хорошего из этого не выходит. Не советую», – ответила Медведева. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.